Своеобразным плацдармом для обсуждения вопросов о перспективах развития животноводческой отрасли стали хозяйства Жабинковского района. Тема насущная и не терпит отлагательств, ведь от того, насколько эффективно будет организована работа по выращиванию, кормлению и содержанию крупного рогатого скота, зависит качество мясо-молочной продукции, что на данном отрезке времени весьма актуально. Самое главное, это позволит Брещине удержать рейтинг лидера региона аграрного. А потому на обучающем семинаре присутствовали не только руководители СПК Брещины, но и специалисты зоотехники. Мы видим, что у нас самая главная проблема, которая не решается и не дает нам возможности в дальнейшем увеличивать удой молока, и в связи с этим увеличение производства молока, это же то, что мы не научились, как положено, работать с выращиванием телочек, которые идут на воспроизводство стада. Вот поэтому мы сегодня на этом семинаре хотим еще раз обратить внимание на эту работу. И пригласили мы сюда и не только руководителей сельхозпредприятий, которые считаются у нас лучшими в каждом районе, но и специалистов, зоотехнику, ветврачей. И исходя из этого, мы в дальнейшем будем вот такую работу проводить уже на базе каждого района. К сожалению, не во всех хозяйствах области специалисты понимают, что именно воспроизводство стада и есть катализатор высоких показателей мясо-молочной продукции. В своем выступлении перед руководителями Константин Сумар подчеркнул, что в достижении положительных результатов первую роль играет правильная заготовка кормов и соблюдение технологии кормления крупнорогатого скота. Увы, не всегда этот пошаговый регламент имеет место быть, а с его отсутствием шансы вырастить здоровое стадо и получить качественное мясо и молоко снижаются. Это работа по кормлению и содержанию, вакцинациям, витаминизациям в первом и втором периоде сухостоя. Я не буду возвращаться туда, мы об этом говорили, но это вот мы упускаем тоже. И вот когда наши кадры проводят мониторинги, мы часто и в анализах, и руководству облсполкома пишем, сухостойные коровки разделены на два периода, но кормятся одинаково. Зачем их делить, если мы кормим одинаково? Не делите тогда, потому что это лишний стресс. Мы занимаемся дифференциацией, то есть разделением, чтобы кормить по-разному. Чтобы вырастить здорового теленка, впоследствии и взрослую особь, принцип работы по старинке сегодня неуместен. Именно поэтому по распоряжению главы государства Александра Лукашенко полным ходом идет реорганизация и строительство современных молочно-товарных ферм. От них нужно получить максимальную отдачу, не раз подчеркивал руководитель страны. Поэтому один из главных акцентов сегодня – внедрение прогрессивных технологий, которые, к слову, успешно используются в хозяйствах Жабинковского района. К примеру, применение станции «Униплан» ноу-хау молочно-товарной фермы «Стриганец» является хорошим подспорьем в диагностике ранней стельности животных. Я думаю, что мы обязательно обеспечим хотя бы 2-3 хозяйства в каждом районе ими. Этот прибор, который дает нам возможность, проверяя молоко на иммуноферментные показатели, уже по этому результату, а здесь отработанная программа, он будет выдавать, насколько корова эта больная, насколько она здоровая. Какие вы сразу будет выдавать, надо применить медикаменты для того, чтобы лечить эту корову, и что надо сделать с рационом. И здесь, на этом уровне уже по анализу качества молока, мы можем определять уже в 21-дневном возрасте, насколько корова покрыта или не покрыта. Ведь мы прекрасно понимаем, что мы всегда ректально проверяем корову на покрытие, если увидится 100%, это через 3 месяца. А мы говорим о том, что в 21 день мы уже будем видеть, насколько она покрыта, не покрыта. Таким образом, будет уменьшен максимально северный период. И мы таким образом сделаем еще один шаг для того, чтобы коровка это было месяц, минимум полтора в производстве, чтобы она не тирала, не прогуливала, не была холостой. За последнее время, и по поручению главы государства, которое было, по модернизации, по строительству новых молочно-товарных ферм, сделано в районе очень многое. Это за 11, 12, 13 годы. Вложены очень большие деньги. То есть где-то порядка только одних кредитных ресурсов вложено 200 миллиардов белорусских рублей. Вот. И для того, чтобы на сегодняшний день вот такие фермы давали отдачу, надо не просто вложить в них деньги, это же чисто молочно-товарная ферма, которая производит молоко. А нам на сегодняшний день стоит в первую очередь цель – это воспроизводство. То есть не просто подоить курку, надо получить от него теленка, сохранить этого теленка, чтобы потом получить телочку и получить дойную коровку, которая будет давать молоко. В планах руководства Жабинковского района перевод молодняка на закрытый цикл кормления, по крайней мере, в 4 хозяйствах. Безусловно, за современными подходами в технологии выращивания, содержания и кормления крупнорогатого скота – будущее. У нас нет другого пути, с заявлением губернатора региона спорить не приходится. Ведь только двигаясь вперед, трезво оценивая ситуацию, соблюдая технологические
экологические аспекты такого огромного локомотива, как мясомолочное животноводство, можно прийти к качественной продукции, востребованной как на рынках Беларуси, так и за рубежом, что весьма актуально в период создания единого экономического пространства и Евразэс.